Город нравится, очень компактный. Нравится тем, что активная молодежь, собственно, я тоже, ну, не пасу задних, да, то есть активно стараемся принимать участие в нашем городе. Вот. Болеем очень за молодежный парк, который будет строиться. Вот сейчас как раз сегодня с семьей выбрали проект, который нам понравился. Участвовали в экономическом форуме. Тоже очень понравилось. Город развивается, уже новое поколение как бы зашло и себя проявляет. И вот это очень, ну, очень креативная молодежь, очень нравится. Вот. Улицы меняются, что-то нравится, что-то не очень. Конечно, вопросов много, вот так как с коляской, да, хотелось бы, чтобы тротуары были получше, вот, велосипедные дорожки, чтобы появились, они уже потихоньку начинают появляться, но думаю, что тенденция будет. Вот, центральную улицу хотелось бы расширить, если возможно, ну или как-то вот сделать развязки в городе, да, то есть... Так, в принципе, за минут 30 с одного конца города в другой можно без проблем добраться. Город комфортный, вот, жить. Вот, ну, хочется, чтобы еще люди поактивнее были, чтобы они строили, ну, знали, чего им не хватает в городе, да, и чтобы у них зона их комфорта, которая вот у них дома, она продолжалась дальше за их порог. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.